Катерина Великая. Именно такое громкое имя присвоено первому построенному на звезде судну снабжения. Участие в ее закладке на стапеле в 2017 году принимал президент Российской Федерации. Сегодня значимое и важное событие не только для завода, но и для всего Приморского края. Спуск на воду многофункционального судна ледового класса. В этапах проекта никто не сомневался в возможностях завода реализовывать такие проекты. Завершение постройки состоялось ранее намеченного срока. Глава региона назвал судоверфь мощнейшим предприятием, реализующим лучшие мировые проекты и являющимся для России площадкой, которая позволит формировать рабочие места, научный потенциал, создаст новые технологии в сфере судостроения. Благословляется и освящается корабль сей в одно святое во имя Отца и Сына. Впереди у Катерины Великой работы по проверке и наладке систем и оборудования по прямому назначению для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний. Алина Черненко, Герболтов, новости на Восьмом.